Губкинская скалолазка Динара Фахретдинова показала хороший результат на чемпионате мира. Она впервые вышла в финал столь значимых соревнований. Динара вышла в финал чемпионата мира. И действительно, это первый в карьере за 6 чемпионатов. И первый за последние 9 лет для нашей страны в лазании на трудность. Да. Впервые за 9 лет, друзья. Я был абсолютно прав. Именно в дисциплине трудность. И вот именно на чемпионатах мира. Да, на чемпионатах мира. В данном случае добивается молодая Динара Фахретдинова. Размашистый перехват. И девчонкам накрутили. Но поскольку Динара тренируется с парнями, не уступая им, зачастую их облизая, но я думаю, все получится. До пьедестала Динаре не хватило всего 5 перехватов. К срыву привела небольшая ошибка. В итоге Динара заняла 7-е место. Как сообщает Федерация скалолазания России, в чемпионате мира, который прошел в Москве, участвовали 302 спортсмена из 41 страны. Напомним, первый тренер Динары Фахретдиновой – Вячеслав Ляшев.